парень. А Пушкин, сколько с тех царских пор навигаций прошло, а фамилия то гудит. А вот теперь, к примеру, скажем, я Кандидов, и все. А что такое Кандидов? Чего такое Кандидов? И зачем ему вообще фамилия дана? Неизвестно. Кандидов! Черта! До того берега еле дойдет. А тебе, Тошка, небось, охота, чтоб твоя фамилия на весь край звякнула, а? Охота. Эх, друг, плыви на низ. Пускай знает, что есть на свете такой Кандидов Антон. Дали хватку, а? Нам бы такого в команду, в ворота. Ничего смешного на горизонте не наблюдаю.
Свежего хлебца не хотите? Благодарю. Дяденька. Что, тетенька? А на этом можно и по морю? Можно и по морю. И по океану? И по океану. А вы кто будете? Водолист? Нет, не водолист. А, вы завхоз? И даже не завхоз. А, знаю. Вы повар. Почему повар? Я инженер. Вы у них самый главный? Не самый, но главный. Возьмите вы меня с собой, а? Мне учиться охота. Я на все пароходы просился, а меня не берут. Самым главным не приходилось разговаривать. С удовольствием бы, но места, знаете, нет. Это что у вас? Да это так. Барометр? В календаре прочитала. Ну что же, действует? Действует. Только да как? Когда дождик-то правильно показывает, а как солнце, все равно дождик показывает. Простите, нам пора ехать. А ты сам-то кто? У девчат в артели, тамада. Антон Кандидов. Но в футбол-то ты стучишь? Нет, не приходилось. Дура ты, из тебя же мировой вратарь вышел. Мировой? Слушай, мы бы тебя на завод мою бригаду устроили. Команда у нас классная. К весне бы за сборную стоял. Едем? Ну как, поедемте? А? Новое явление мирового футбола. В лаптях. Тоша, тоже не уезжай. Да, не дури. Чем гулять-то будет? У вас модель не идет снизу. А я тебе на всякий случай адресочек оставлю. Вам кого, а? Дяденьки, возьмите вы меня с собой, а? У вас место есть. А я вам картошку буду варить в мундире и по-особенному. Полы буду мыть, а? Дяденьки. Отцов, товарищ Кандидов! А мы тогда вас приглашаем с собой в Москву. Ваши вещички. Все, проходите. Вот, ребятки, чего строить придется. Ну как? Очень даже. Одно слово. Волнуюсь. Кто это так, а? Что это, а?
Только держите себя в руках. Сейчас я вас познакомлю. А, это твой механический человек. Он уже говорить научился. Рыцарь и командор, гроссмейстер Боргелан. Системы инженера Карасика. Механический мужчина и электрический камердинер. Тут вам и радио, и фотоэлементы. И при всем том, средневековый феодализм. Внимание. Отвечает по телефону? Никого нет дома. Ну и домовой. Ты гляди кнопкой, не ошибись. А то как разозлиться, как хватит. А у меня штаны новые. Совершенно. Привет. Здорово. Вот если бы он за тебя еще рабочие чертежи вовремя сдавал. Чертежи Настя завтра сдает. А это для души. Каждому свое. Ведь вы меня в футбол играть не берете. Ох, и сыграл бы я вам, ребят. Ты мне про футбол не вспоминай. Вратаря-то у нас настоящего нет. Проиграем первенство, просвистим игрушку. Вот привел. Заблудил с продуктами. Это ваш дач будет? Так, так. А мне ваша командочка знакомая. Я вас сразу узнал. Вы справа стоите? Так точно. А вы в центру играете? А, да. А вы? А, я к этому делу вполне привержен. Сам болею. Футбол – явление отважное. Честь имею. Это я! Ребята! Это что такое? Опять не брит? А ты все лопаешь? Сегодня географию будет спрашивать. А ботинки жмут. А я у них в голову буду стоять. Ни одного мяча не пропущу. Давай. Принимай. Давай.
есть. Ничего. Но где-то школа. Школы не чувствую. В хорошие руки вас, может, получится. Послушайте, Кандид, Антонов, пойдемте с нами тут поблизости. Так работать надо. Ну, пойдемте, девушки, чайку, лимонад. Внимание, внимание, только что закончился матч «Гидраер-Магнето». Выиграла опять команда «Гидраер». Антон Кандидов не пропустил ни одного мяча. Прогрессируйте, Кандидов. Ну, конечно, пора бы вам подумать о более лучшей команде. Настя! Ну что, ребят? Вот Петрушка такая. И моя фамилия в ход пошла. До свидания, мальчики! На Волге у нас сейчас 1000 верст, вода, тишина. Что вы там делаете? А? Хорошо? Хорошо. А вам со мной хорошо? Нет. Нет? У меня с вами тоже плохо. Хорошо, хорошо. Вы обидитесь? Нет. Нет, вы обидитесь. Да нет же. Ладно, я уж... На дубу 3 ветки, на каждой ветке по 3 яблока. Сколько всего? 9. Ну да, 9. Да разве на дубу яблоки растут? Ай-яй-яй. Хороший. Да. Я. Ага. На. Рука! Голкиперу можно и рука. Добро пожаловать.
чем мы остановились? Анатолий. Я вас давно хотела спросить. А разве в учебнике этого нет? В арифметике про это нет. Слушай, кто? Настя. Здравствуй, Настенька. Что? Ну, я сейчас приду к вам. Да-да. Ты извини, меня в лабораторию вызывает, а ты подожди тут, если хочешь. Вот, и остались мы с тобой одни. Разве ему интересно со мной? Ну, я красивая. Зато не ученая. Вчера умножение с делением спутала. Кому я нужна такая? Никого нет дома. Сама знаю, дура. Спокойной ночи. А почему вы сегодня такой грустный-грустный? Совсем я. Не грустный-грустный. А вот я его сейчас развеселю. Внимание. Делаю раз, два, три. Совсем как я. Факт я. Вот сюрприз нашим будет. Анатолий Васильевич, канал протекает, и в динаме грязь. Виноват Антон. Антон? Стал знаменитостью, за работой совсем не следит. О! О! Глядите, вон куда глядеть надо. Вытирать надо как следует. Вытирать надо как следует. А вот мой портрет. Во. Есть люди, которые в своем коллективе... Ну ладно, умеют... ладно. Без митинга обойдемся. За такую, знаешь, работу в два счета можно выкатиться арбузом. Арбузами попрекаешь, да? К лешему вас. Не навязывайтесь. Играйте сами. На поле встретимся. Чего это мы с ним, ребятки, неладно? Кажется, ерунду напороли. Это я оставляю нашим. Вашим. Ну, ты так ничего не скажешь? Хорошего ничего не скажешь. Ну, прощай. Заходи. Уходя, гасите свет. Свет, 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 свет. Много горя
Приняй мороз. По-моему, перегиб. По-моему, Коля, перегиб. Он хоть и гад, а парень ничего. Гад, но ничего. Ладно, Настя, значит, ты все-таки любишь его. Хорошо? Я знаю, как вернуть его. Пожалуйста, я верну тебе твоего арбузника. Папа, ну погоди. Ну, набили мы Антону 5. А дальше? А дальше? Повесили, дядя, мы и без вас игрочки, что надо. Ну, а дальше что? А дальше? А не хочется ли вам тоже обратно со старыми друзьями на чашку чая? Одно. Я им скажу так. Нет. Я им скажу так. Товарищи! Чтобы вернуть Антона, надо победить его. Ну, как? Здорово! А, Манвой Акидову! Ринвой Акидову! Четыре ноль Акидову! Пять ноль Акидову! Товарищ, есть план! План! Антидову гол забьем! А! Позволю. Есть план, братцы! Мальчики, мы вернем его! Обязательно вернем! Товарищи, тренируйте меня! Я чувствую, что я забью ему гол, товарищи! Тренируйте меня сейчас же! Грубо! Грубо, товарищи! Я лично ничего смешного на горизонте не наблюдаю. Расцениваю ваше ржание как хамство. На слово буду играть. Начало матча на Кубок Межсоюзной Спартакиады между командами Гидроэр и Торпедо осталось 15 минут. 15 минут до начала матча. Сегодня Антон Кандидов, известный москвичам как непобедимый, как сухой вратарь Москвы, не пропустивший в ворота до сих пор ни одного мяча, сегодня он впервые защищает ворота Торпедо от своей бывшей команды «Гидро-Р». Ну вот, ты в нашей команде. Что происходит, Карась? Где наши? Сам не понимаю. Они вчера ушли на глиссере, но еще ночью должны были вернуться. Кто им позволил? У них же мало горючего. Ай-яй-яй-яй-яй. С
Сейчас команды выйдут на поле. Центр нападения Гидроэр играет, как всегда, всем известный капитан, товарищ Бухвостов. Здравствуйте, милые. Что ж будет? Нет наших. Пропали мы, Настя. Настя, мне нужно сказать тебе два слова. Нам с тобой не о чем говорить. Внимание! Внимание! До начала матча осталось 5 минут. 5 минут до начала матча. Через 5 минут команды ринутся в бой. Все погибло, Настя. Все готово к началу. Команды сейчас, по-видимому, обсуждают тактику предстоящей игры. Они обмениваются, очевидно, последними указаниями. Подножка раз, подсечка два. О. В крайнем случае возьмем коробочку вместе с... Он не согласится, а я к нему игрока с разбегу притисну. Это ты знать ничего не будет. Торопись! Вот появляется рефери, судья матча, управитель игры, блюститель закона и порядка. Арш! Настя, я пойду. Я должен. Это же честь нашей команды. Я оттяну время. И, может быть, они все-таки как-нибудь успеют. Выходит команда «Торпедо» со своим капитаном Цветочкиным и новым вратарем Антоном Кандидовым. Появляется команда «Гидроэ». Стойте, гражданин! Я же вратарь, за мной команда идет! Впереди бодро выступает молодой спортсмен, инженер Караси. За ним... Я лично ничего смешного на горизонте не наблюдаю. В чем дело? Что за шутки? Где вся команда? Вы не волнуйтесь, я их не новый вратарь, а команда... Команда сейчас будет. Я засчитываю вашей команде поражение. Думаешь, с неба свалился? Вы с неба свалились, а я вышел вовремя, откуда полагается. Всю команду спас. Одним словом, поздно я в суде как вратарь заявлен. Вратарь? Ты же мазло. Что значит мазло? Ты дыра? Что значит дыра? Вы же под стол пешком ходили, я уже за сборную пищевиков играл. Сборную? Да, за третью запасную стоял. Внимание! Включаю специальную трансляцию матча. Гол становится молодой спортсмен Карасик. Стадион замер. Все в ожидании начала игры.
На досках пока пусто. В голу спокойно стоит Кандидов. Игра начата, Гидроер начал, передал на левый край. Левый край идет с мячом, передает центру Бухвостову, тот стремительно идет на ворота. Последнюю секунду перед ударом Кандидов блестящим броском вынимает у него мяч и передает центр. Опять атака на ворота Торпедо. И опять то же самое. Кандидов последнюю же секунду вырывает мяч из ног центра нападения Бухвостова. Мяч на центре. В атаку теперь идет Торпедо. Перешла на половину противника, двигается вперед, Цветочкин ведет мяч. Цветочкин идет с мячом, бьет, но мяч перехватывает защитник и выдает его на правый край. Игра главным образом идет на центре. Обе команды мало используют края. Ряд передач головами в центре и опять атака Гидроэра. В последнюю секунду мяч переходит на его половину и защитник играет на Карасика. Карасик отбивает мяч в центр. Опять мяч на центре, опять Торпедо идет вперед. Атака на ворота Гидроэра, но мяч перехватывает Карасик и следующий игроков отбивает его в центр. Гидроэр идет по воротам Торпедо, блестящим броском один за другим. Кандидов отбивает три мяча, точно направленные в углу. Пробить этого вратаря очень трудно. Игра принимает резкий характер. Оба вратаря спокойны. Как я уже сказал, игра главным образом сосредоточена в центре поля. Трудно в этом условии пробиться к воротам. Кандидов спокойно стоит, почти наблюдая за игрой. То же самое и вратарь Гидроэра Карасик. Не чувствует напряженности момента и мало обращает внимания на игру. Это может стоить ему голя при его недостаточной опытности. Центр нападения Цветочкин это заметил и бьет по воротам. И в очень неожиданном положении, но Карасик ухитрился защитить свои ворота. Мяч отбит. И уже удар под штангу Торпедо. И опять мяч в руках Кандидова. Опять атака на ворота Торпедо. Грубость, штрафной удар. Гидроэр бьет штрафной удар. И мяч опять прекрасно защищается Кандидовым. Переброшен к воротам Гидроэра и уже штрафной удар на ворота Гидроэра. Цветочкин бьет штрафной удар. Гидроэр образует стенку. Закрывает ворота от удара. Удар сделан и отбит в поле. Мяч перешел на половину Гидроэра. Цветочкин прорвался и стремительно идет на ворота. Он приближается к воротам, преследуемый своими и чужими игроками, но его догнать не могут. Он ушел далеко. Бьет по воротам, Карасик падает в один угол, но мяч тихо проходит в другой. Гол. Счет игры 1-0 в пользу Торпедо. Карасик должен был взять этот мяч. Он поторопился упасть. Игра начата, и Гидроэр опять бросается в атаку. Опять идет на ворота Торпедо, защищаемый Кандидовым. Пять. Кандидов спасает свои ворота. Очевидно, Гидроэру не удастся сквитать счет, так как в ворота стоит их бывший вратарь, непобедимый и непроходимый Кандидов. Мяч попадает в штангу, штанга ломает. Первый тайм окончен со счетом 1-0 в пользу Торпедо. Игроки уходят с поля. Перерыв игры на 10 минут. Сколько? 1-0. Кому? Нам. Эх ты! Ты раз. Какой мяч пропустил? Мазилас. Снимай перчатки. Станешь в полузащиту. Ну? Мазло. Я не могу, Настя. Я действительно не умею играть. Я дыра, Настя. Да, ты дыра. Я мазло.
Да ты мазло. Ну, я и не буду играть. Нет, будешь. Нет, не буду. Нет, будешь. Не буду. Ты молодчина. Я тебя обожаю, Карасик. Ты будешь играть для меня. Для тебя буду. Разве это игра? Это мертвый час. Где у вас темп? Где напор? Разве вы футболисты? Вы кислая капуста. Вы лапша. Вы простокваша. Вам плевать на честь коллектива. Стыдно. Позор. Все на вас смотрят. А вы, мальчики, милые, я вас всех очень люблю. Ну только забейте ему. Ну что вам стоит? Мальчики. Эй, вратарь, готовься к бою. Часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. Физкультура, физкультура, ура, ура, будь здоров. Когда настанет час бить врагов, а все границы иди открывай. Левый край, правый край, не зевай. Ну-ка, солнце, ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай. Ток, игра начата. Торпеда идет вперед. Центр форвард Цветочкин проходит к воротам, но его блокирует и мяч уходит к вратарю. Он набивает его в центр, где центровая тройка Гидроэра продвигается вперед. Подача верховая на край. Опять мяч у центровой тройки Гидроэра. Буквоз обоит несколько человек и продвигается вперед. Непосредственно близко от ворот происходит схватка. Удар через голову с падением, но Кандидов берет мяч и отбивает его в поле. Опять на его ворота идет атака. Передача налево, и мяч отходит к боковой черте, где Карасик выводит его из игры. Торпеда выбрасывает мяч из-за черты. Все закрыты, полузащитник не знает, куда бросить, и выбрасывает мяч в руки Кандидову. Кандидов выбивает мяч в поле. Направо полузащитника, тот идет с мячом, выдает его центру полузащиты, эту центровую тройку. Торпеда идет в атаку левым краем. Левый край идет вперед, выдает левому полусреднему, тот идет на ворота, но закрыт, и мяч перехватил вратарь. Игра быстро перебрасывается одной стороны на другую. Обе команды стремятся добиться полного успеха. Прекрасный бросок Кандидова, мяч на земле в его руках, у него выбивает, он опять его берет. Схватка кончается в его пользу, и мяч отбивается на поле. Опять схватку ворот Торпеда. Мяч в ногах у Карасика, он пытается его бросить в ворота, но Кандида вынимает мяч и отбивает его в поле. Там опять полузащита Гидроэра перехватывает его. Удар по воротам, защитник отбивает мяч за свою лицевую черту. Угловой удар на Торпеда. Угловой удар сделан. Буквоз угловой бьет по воротам, Кандида выходит из ворот и выбрасывает мяч в ноги своему игроку. Цветочкин идет с мячом, преследуемый Карасиком. Он ведет мяч.
пытается ввести остановив его, мяч убивается у него из-за карасиком и подвыдает его своему партнеру. Опять Гидроэр перешел на половину торпеда. Карасик идет с мячом, передает его крайнему полузащитнику, тот играет головой. Передает своему партнеру несколько передач. В результате мяч оказывается между тремя гидроэровцами против одного торпедовца. Ряд прекрасных передач в треугольнике. Он ничего не может сделать. И следует сильный удар по воротам Кандидова. Мяч опять-таки взят. Очевидно, не удастся гидроэру сегодня пробить ворота торпеда, где стоит их бывший вратарь, могучий Антон Кандидов. Карасик прорвался. Он идет на ворота торпеда. Почти никого впереди нет. Кандидов с напряжением ждет удара по воротам. Карасик продолжает идти, проходит последнего защитника, ему навстречу выходит Кандидов. Столкновение между Кандидовым, Карасиком и Цветочкиным. Исток, Карасик, лежит и согнулся. Игра остановлена. Что за петрушка такая? Как это случилось? Убил скотину. Я? Карасика? Да ты с ума сошел! Да бы я, Карасика! Карасика уносит. Одиннадцатиметровый удар на ворота торпеда. Игроки становятся на свои места. Это самое тяжелое наказание. Судья отсчитывает 11 метров. Спокойно. Миленький мой, бедненький мой. Верский приемчик. Как еще ребра остались целые. Настя, это ты на меня наплакала? Нет, Карасик, это, верно, дольщик был. Дольщик? Так ведь... Он же нам испортит всю игру. А? Нет, это не был дождик. Значит, это ты? Ага. Настенька, дождик, пустяки, дождик. Москва впервые видит мяч, забитый в ворота, защищаемый Кандидовым. До сих пор он считался сухим вратарем, носившим кличку «Вечный ноль». Счет игры 1-1. Мяч подается на центр. Торпеда начинает с центра. Опять атака на его ворота. Удар под штангу он ловит. На него идет нападение. Игра остановлена. Уйдите с поля. Что? Уйдите с поля. Отыгрывай. Немедленно уйдите с поля. Судья удаляет Кандидова с поля за грубость. Thank you.
создан ими, сверхмощный, быстроходный, Глисов показал на испытании блестящие результаты, переходящие знамя водников, вручить первой экспериментальной конструкторской бригаде завода «Гидраэр» и выразить благодарность бригадиру, товарищу Хвостову и конструкторам Анастасии Бальяжной и инженеру Карасику. Присуждает переходящий межсоюзный кубок футбольной команде завода «Гидраэр». Вот, Тоша, это у нас на банкете угощает. Тошка, а Тошка? Ну чего? Да ты не серчай. Портрет-то твой у Насти. Чё? У Насти на стенке висит. Да ты врёшь. Ей-богу. Нет, честное слово. Ну провалиться мне на этом месте, честное слово. Груша! Ой, Груша, врёшь. Вот дурной! Да Настя в тебя вот! И ребята, ведь когда ты тогда ушел, чего было? Все арбузы поели, Настя заплакала, ребята забегали. Настя плачет, ребята бегают. Ребята бегают, Настя плачет. Чего было? Антон как прыгнет, как заскакал. Я, говорит, сейчас приду. Я, говорит, уже иду. Я, говорит, если Настя, если, говорит, мой портрет, если заплакала, я, говорит, их тоже люблю. Ну вот, а Карасик уже лопает. Ведь условились, что до прихода Антона не хватается сала. Еще же. Стой. Эй, вы там! Антон! Антон! Товарищ, я, наверное, в него корки попал. Антон! Настя, что ж тебе чайку попить? Помогает. А, Настя? Вы футболисты затравили парня. Мальчики. Ну что же делать, а? Ну что же делать, мальчики? Это я виноват. Ну, я верну его. Я заставлю его прийти. Thank you.
не могу так один. Без тебя, без наших. Нас. Даша! Родной. Чего ты тут дожидается? Где Карасик? Тоже. Прогони. Ну, давай. Ну, иди ты к дьяволу! Ну, как мне тебе объяснить, чтобы ты ушел? Опять мы с тобой вместе. Дурак ты мой железный. Ой. Карасик! Я больше не карасик, я уходя, гасите свет. Ну да, конечно, тебе смешно. Анатолий Васильевич! Ну что? Так, ничего. Эх, Настя, какая? Настя? При чем тут Настя? Какая Настя? Это даже смешно. Груша. Чего? Вы могли бы мне серьезно сказать, ну, допустим, милый Толя. Миленький Толечка. И вам при этом не очень смешно? Ну, какой тут смех? Груша, ой! Груша, снимите мне эти консервы, я хочу вас расцеловать. Толечка! Внимание! Начинается второй тайм международного матча сборной СССР «Черные буйволы». Первый тайм прошел очень напряженно и окончился со счетом 0-0. Attention! Tout de suite va commencer le second time de la rencontre internationale entre USSR et les Taureaux Noirs. Résultat du premier time, 0-0. Hello. Now we begin the second half time of the international match between USSR and the Black Oxen. The results of the first half time, 0-0. Молодой вратарь республики Антон Кандидов, впервые выступающий в международном матче, блестяще защищает ворота СССР. Le goalkeeper de l'équipe russe, Antoine Kandidov. The goalkeeper of the USSR time is Anthony Kandidov. Thank you.
Трагическая случайность. За две минуты до конца игры один из защиты сборной нечаянно коснулся мяча рукой. Назначается 11-метровый штрафной удар на ворота сборной. Эвенуал трагик. Le coup de main de la défense de l'Urs coûte à l'équipe 11 mètres d'amende. Больше ничего не будет. Это конец.